интуиции, на основе своей фантазии фактически. И я убежден, что большинство образов, в них замешана огромная доля гоголевской фантазии, которая об этом мало говорят, но дело в том, что Гоголь сам об этом говорил, он говорил о болезненных свойствах своей фантазии, но она, он как художник еще ощущал... Через 200 метров поверните налево. Нет, ну это же гениальный человек, который гениальный. Теряет, который не на то тратит свои силы. Конечно, конечно, надо и земной быт устраивать, но все-таки что-то у человека есть, которое его связывает и с вертикалью, да, с небом. Если я совсем об этом не думаю... Теперь держите с левой стороны, а затем... Теперь поверните направо. Через 100 метров поверните направо. Теперь поверните направо.